Всем привет, и у нас с вами очередная распаковочка. В принципе, тут лежат аккумуляторы, на которые у меня есть уже очень подробный обзор. С полностью с тестами, со вскрытием. Поэтому, кому интересно, я ссылочку оставлю внизу. Можете выйти и посмотреть полный обзор. Просто ко мне приходил сосед, и ему очень понравились эти аккумуляторы. И он тоже захотел их себе прикупить. Поэтому был сделан заказ уже на Алиэкспрессе. Цены изменились. Если в прошлый раз на Алиэкспрессе они были дорогие, то теперь они там как бы подешевели. Ну, по крайней мере, у этого продавца, у которого я купил. И получилось даже выгоднее. Ну, все. Что мы видим? Два аккумулятора ZNTR. Это самые лучшие аккумуляторы вот такого плана, литиевые, на 1,5 вольта из всех существующих. Сколько я их тестировал, достаточно много, но вот эти самые-самые лучшие. Но в тесте все это я показываю. И также продавец положил вот такой провод заряда. Провод у нас, к сожалению, только на один аккумулятор. Если в прошлый раз я получал, там был двойной такой провод, то есть можно было от одного USB заряжать сразу оба аккумулятора, то здесь проводок такой одинарный. Ну и ладно, есть и есть. Двойной сюда можно сделать самому в любой момент. Заряжаются они от обычного micro USB. Вот видно, пошел заряд у нас один, и пошел заряд у нас второй. Напряжение есть, и напряжение у нас под нагрузочкой тоже есть. Давайте попробуем тестером. Видно, 1,5 вольта есть, и 1,5 вольта есть. Все, так что продавец нормальный, проверено, стоит немножко дешевле. Ссылочка на продавца внизу, ну и очень подробный обзор этих аккумуляторов со всеми замерами, со вскрытиями. Тоже будет ссылочка в описании. Всем пока, до новых встреч, увидимся.